В спортивном зале лицея Мирон Касим прошел чемпионат по баскетболу. В динамичной и зрелищной игре приняли участие школьники учебных заведений города Флорешт. Сегодня принимает участие команды мальчиков, завтра будут команды девушек. Денежные премии выделены из городского бюджета для спортивных мероприятий. Этот чемпионат посвящен неделе молодежи. Простые на взгляд движения, прыжки, бег, передачи и броски, однако ребята эмоциональны и максимально мобилизованы. Они понимают, продуманные действия на площадке ведут к хорошему результату всю команду. Сегодня их шанс показать свою волю к победе. Да, форте так. Где детство организовать компетиции? Как часто организуют соревнования? 2-3 раза в год, а тренировки каждый день. Играете на национальном уровне? Иногда. Нужно больше мячей для тренировок. Тебе хотелось бы, чтобы чаще организовывали соревнования? Да, конечно, было бы чудесно. Учителя физкультуры в целом довольны своими воспитанниками, но отмечают проблемы, с которыми сталкиваются на уроках физического воспитания. Да, школа Астономарика. В этой школе да, а вот в лицее имени Юнкрянга нет условий. Занимаемся на улице. Есть необходимое оборудование? Нет, только есть площадка на улице. Очень красиво подготовили зал. Не знаю, откуда вложение, из городского или районного бюджета, но зато мы имеем в городе зал, где можем проводить спортивные соревнования. Во Флорештах подобные чемпионаты уже традиционны, и участников награждают дипломами и денежными призами. Тренеры надеются, что власти обратят внимание на условия тренировок школьников.